Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня очередная зарядка продуктов из магазина «Магнит». Ну, цены в «Магните», конечно, где-то процентов на 30 дороже, чем в «Пятерочке». Но выбирать не пришлось, потому что рядом, поблизости, магазинов «Пятерочка» не было. А идти куда-то за 3 километра мне что-то уже не захотелось. И так я там прошел где-то 4 километра прошел. Поэтому зашел в «Пятерочку», то есть не «Пятерочку», а «Магнит». Раньше простой был. Раньше он просто был продуктовый магазин, а сейчас он «Магнит». Так, ну он такой небольшой. То есть не раньше, это в новом доме там, блин. Я ошибаюсь. А где было продукты, овощное, сейчас там почту сделали, вроде, по-моему. Ну ладно, «Магнит». Все, гренки такие взял, 2 штуки. Бывает, когда хлеба не хватает, можно погрызть такие гренки. Так, пельмени такие останкинские взял, 2 штуки, на соевом мясе. То есть здесь мяса мало, в основном соя. Но есть можно. Для голодающих, нищих людей самое то. 2 пачки купил. Так, хлеба купил этот раз, а то я всегда хлеба не покупаю. Вот, 2 батона взял по 31 рублю. 2 батона взял. Вот. Ну, какой-то мягенький такой. Раньше берешь жесткий, можно было кость забивать. А это какие-то, не знаю, еще они делают прям воздушный. Все, 2 батона взял. Так, сюда положим. Так, творог взял. 5 он дешевле, он 90 рублей стоит, такая вот упаковочка. Вот. Взял 2 упаковки. Творог надо есть. Кальций для зубов, для костей полезно есть. Вот 5%. Ну нормально. 9 он дороже стоит. Это 92 рубля. Так, что там еще купил? Лукус. Соседка говорит, севок не купи мне. Ну я вот такой мелкий купил, скажу, возьмешь, блин. Ну, я, то есть, не дошел до того магазина, где всего продаются. Так, купил винограду. Вот такой виноград. Пальчики такие вот. Хорошо бы такой выращивать виноградный. Вот. То есть, вы знаете, что сердечная мышца, нужен виноград, бананы и курага. То есть, вот эти 3 продукта. Потому что в них есть и калий, а в винограде есть и магний. Вот, то есть, виноград купил. Так, упаковку купил апельсинов таких, вот. Мелкие, правда, но пойдет. Так, кто у нас делает там, хер знает, апельсины. Так, что у нас там, какой экстрен. Ну, хер знает, там мелко написано, блин. Не прочтёшь, блин. Так, интересно, кто там, сейчас. Увеличу. Так. Египет. О, Египет. Ну, в Египте хорошие апельсины бывают. Вот, апельсины из Египта. Так, взял кинзы. 2 упаковочки таких вот. Потому что я помидорочку еще купил. Здесь 10 штук. И 4, это... И 4... Огурчика. Я люблю салатик делать. Вот помидорки россыпи этот раз взял. Тот раз было упаковки, а здесь россыпи. Но тот раз была у нас пятерочка, а здесь магнит. Так, кураги здесь набрал. Вот, тот раз на рынке брал курагу. Килограмм весь, всю съел. А это вот из магазина. Не знаю, как хорошие, нет ли. Ну, курага как раз здесь калий в этой... Нужно для сердца. Вот виноград и курага, и что там еще-то у нас. О, еще гранат я купил, ребят. Вот такая курага. Курага-мурага. Так. Гранат купил. То есть гемоглобин надо повышать. Вот, правда, дорогой. Ну ладно. Вот. Гранат надо есть. Гранат, печенку. Чтобы гемоглобин повысить, надо гранат, печенку, курагу есть.
Ну, можно виноград еще добавок взять. Вот, короче. Сегодня затарился основательно. Так, вторая кинза. Ну, как раз хватит на 4 на тарелочке этого. Так, кильки такие вот по 62 рубля. Не знаю, хорошие, нет ли. Рецепта. А кто делает? А, я такие брал тоже. Они с этим, с перчиком. Перчиком. А до этого пятерки брал калининградские. Они с этим, с овощами. Яблоков такие взял тоже полезно. У них железо есть. Пектин, вот, взял крупных. Тот раз мелких взял, ну, мелких хрен разгрызешь, блин. Вот, так, и яичко взял, три десятка вот таких. У меня, правда, есть там три десятка. Ой, блин, разбил, блин, ну ладно, хер. А может, было разбито? Нет, вот и здесь кокнуло, ну ладно. Ну ладно. Они внизу лежали, блин, надо было наверх их положить-то. Яйца, ну, быстро раздавил, блин. Так, ну-ка. И здесь одно яйцо, как мы. Уже три яйца. Ну ладно, клянется. Он был на яйца наверх класть. Ну ладно, лишь что делать. Так, и здесь, блин, и здесь раздавил. Четыре яйца, блин, крякнул. Блин, ну ладно, блин. А это уже все яйцо. Яйцо. Вот, яйцо разбил. Я вниз положил, мне надо было наверх класть яйца. Четыре яйца расколотил мне. Так, что там у нас еще есть? Все вроде. В этой сумке все. Вот, ну ладно. На этом видеоролик заканчиваю. Сделаю в два видео, а то есть никто не смотрит. 10 минут никто не будет смотреть. Все, подписывайтесь, пойду сейчас яйца. Одну-то смятку уже яйцо, а три-то еще ничего. Да ладно, пойдут. Блин, а что я это вниз положил яйца? Надо было их наверх класть бы. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас разобью, съедим. Все, спасибо за просмотр. Яйца вот такие. По 119 рублей цена. Ну, блин, потекло. Яйцо потекло. Потекло яйцо. Все. Жмите на колокольчик. Всем пока-пока. С вами канал «Все для огорода».